Особенно хотел бы обратить ваше внимание на вызовы, которые не следует рассматривать как побочные следствия технологического развития. Эти новые вызовы сами по себе являются плодами целенаправленного воздействия на человеческую природу и человеческую личность. Я имею в виду проблематику, обозначаемую общим термином трансгуманизм. По сути, это радикальное новое учение, предлагающее, я бы даже сказал, агрессивно продавливающее принципиальный иной взгляд на человека и отрицающее те антропологические представления, которые существовали на протяжении тысячелетий. Уже с позиции технологического прогресса это учение с новой силой задает нам старый вопрос: что есть человек? The human body is a machine, and just like any simple man-made machine, like a car or whatever, the human body damages itself as an inevitable byproduct of its normal operation. Did I miss something? I think she has a right to know. To know what? Your grandfather's dying. You want to cut his head off and freeze his brain like some kind of psychopath. What we're doing is taking what's natural and saying, no, that's not good enough.